В городе Портленд, штат Мэн, полицейские арестовали человека-елку. Местный житель Ашер Вудвард, одетый в костюм из елочных веток, был приговорен к $60 штрафа. По словам очевидцев, человек-дерево ходил по пешеходному переходу и мешал... Холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Маленькой елочке холодно зимой, из лесу елочку взяли мы домой. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Сколько на елочке шариков цветных, розовых пряников, шишек золотых. Бусы повесили, встали в хоровод. Весело-весело встретим Новый год. Бусы повесили, встали в хоровод.